Есть как хорошие, так и плохие новости, командующий. Исход войны не изменился, советы сдались. Плохие новости. Юрий все еще на свободе. Мировые лидеры предпринимают все усилия. Они встречаются в секретном месте для подписания договора с советами. Приказы генерала ограничены. Добрый день, лейтенант. Где происходит эта совершенно секретная встреча мировых лидеров? Я... Не... Помоги мне. Лондон. Лондон в Англии. Здание парламента. Что, черт возьми, происходит? Зафиксирована несанкционированная передача. Отключите спутник. Или взорвите его, если необходимо. Я его поджарю на медленном огне, так как у него не получилось клонировать союзных лидеров, ему придется прибегнуть к более прямым методам. На встречу в Лондоне сейчас подписывается мирный договор с советами. Отправляйтесь туда как можно быстрее, а вы направьте медика к лейтенанту. Забавно. Лондон в Англии, а что, еще где-то есть Лондон? Я впервые об этом слышу. Ладно, ждем. Сейчас они проговорятся. Это очень важная встреча, командующий. Если соглашение будет подписано силой Советов, объединятся с нами в битве против Юрия. If they get killed or mind controlled, everything we've done up till now won't mean diddly. Comprende? Понятно. Нам нужно будет оборонять вот это здание. Предпоследним пришел президент США на вертолете. Ну и премьер Романов. Похож на пельмень, кстати. Давай. Ну ладно. Давайте управление. Ну да, защитить. Отлично, нам дали время. Нам необходимо уложиться за это время. Идите сюда. Инженерские пока пусть будут здесь, в принципе. А сейчас мы здесь все преобразуем до неузнаваемости. Терраформирование — это наш конек, скажем так. Будем идти через нашу любимую стратегию. Казарма, а потом уже обогатительный завод. Так, нам необходимо немножко распылиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пехоту отправим сюда. Ну и можем начинать уже нанимать доты, строить заборчики. Кстати, раз уж пошел разговор о терраформировании, нужно немножко прополку сделать небольшую. Да. Так, вот здесь дот поставим. Этот лес проходимый, здесь можно ходить, так что не думайте, что здесь все так просто. Вот так вот. В принципе, вот сюда поставим дотик, все. Будем считать, что здесь немножко мы оборону поставили. Так, ставим добытчик. Нам нужен, соответственно, военный завод. То есть, по идее, можно построить два обогатителя, но мы этого делать не будем. Щиточ, предоучаем. Предоучаем оборону. Здесь тоже поставим пару дотов. Можно, по идее, поставить забор, обороняющий здесь все. Construction complete. Ну, посмотрим. А, далеко не могу. Окей. Ладно. Будем пока что здесь оборонку настраивать. Сейчас построим военный завод. Ну и тогда уже, соответственно, попытаемся поставить более серьезные укрепления подальше, чтобы парламент был зазабырен. Так, отлично. Так, парочки нам хватит. Собственно говоря, нам нужно построить это. Строим это. Хотя нет, вру. Нам бы, по идее, еще получается парочку патриотов поставить, но это мы успеем. Сейчас самое главное — обнести парламент забором. Замечательно.
Еще один энергоемкий станций. Отлично. Теперь можно строить это. Супер, супер. Еще сюда сделаем. И будем строить патриоты. Отлично. Так, патриоты будем строить здесь, здесь и здесь. Дабы к нам ни одна зараза вражеская, вражина, так сказать, не пробралась. Поставим здесь. Так, так. Четыре самолетика нам пригодятся. Кстати, один танк давайте построим. Нам они тоже будут нужны. О, кстати, давайте строить призма-башни. Тоже полезные здания. Вот. Ну и будем оснащать уже по броне здесь что-нибудь. Построим специально вот здесь вот этот вот реактор, дабы здесь можно было оборонку налаживать. Ну и, собственно говоря, давайте военную лабораторию, дабы можно было обогатитель, получается, заюзать для себя. Ну и давайте начнем строить призма-башни. Пару-тройку нам нужно будет. Вот. Так, это единица. Отъезжайте. Вы нам еще, возможно, потребуетесь. Так, что тут у нас? Это, видимо, скамеечки подсвечены синим. То есть они нам союзны. На них, к сожалению, пехоту прятать нельзя. Ну да, это, в принципе, и не важно. По идее, можно еще нанять парочку ручных защитников. Так что вообще никуда не могу. Во, вот сюда. Отлично. Имеется в виду, которые, ну, носят с собой ракетные комплекса. О, я хотел обогатитель. Сейчас речь идет о защитниках. Давайте парочку построим. Ну, например, сюда. Дабы могли, получается, производить защиту с воздуха. У нас парочка есть. Будет больше. И у нас, похоже, сейчас будет нехватка средств. А время-то поджимает. 9 минут. Нет, все, успел, нормально. Так. Ну давай как-нибудь так. Ну, давай здесь тебя поставим. Будешь, получается, всех нагибать. А еще хочу. Чем больше, тем лучше. Ну давайте, если что, попытаемся здесь забор до конца довести или хотя бы сюда загнем. Construction complete. Дабы ни одна тварь не могла до нас добраться. Вот здесь поставим. Ну конечно, энергии не хватает. Пока нехватка энергии, попытаемся исправить ситуацию. Ну и пока что построим парочку еще заборов. Эта территория будет нашей. Construction complete. Никто не смеет здесь ходить. Отлично. Еще один. Энергостанций. Нужен еще один. Так, построим еще один защитно-ракетный комплекс. Патриот. Патриот. Куда-нибудь сюда поставим. Что у Юрия все-таки имеется в наличии воздушные силы в виде летающих тарелок. Они очень толстые, ну, не такие, как Кировы, скажем так. Но, тем не менее, тоже опасно. О, и патриот готов. Просто супер. Вот, замечательно. Так. Training. Давай еще пару защитников куда-нибудь сюда. Замечательно. Здесь мы тоже поставим какую-нибудь защитку. Потому что, раз здесь я поставил забор, вполне себе возможно, противник не будет переть сюда, будет в обход идти. Ну и тогда его вот это здание примет, собственно говоря. New rally point established. Отлично. Не забываем, у нас есть самолеты. Они нам тоже пригодятся. Incoming transmission. Так, с нами кто-то хочет поговорить. Вам не победить, командующий. Дядя Юра. Скоро этот идиот Романов будет мертв. И союзные лидеры будут под моим контролем. Да ты что? Вскоре вы будете просить меня о пощаде и прощении. Да-да-да. Возможно, вы останетесь в живых в качестве бездушного раба. Да-да-да. Это может позабавить меня. Да-да-да. Естественно. А, нет, это я использовать не буду. Силовое поле
принципе, оно неплохо действует, защищает... Короче, это железный занавес, но у нас не какое-то время не будет энергии. Оно нам надо? Я думаю, нет. Вот сюда поставим. Так. IMP. Едь сюда. Unit ready. New rally point established. Construction complete. Вот сюда. Еще одну призму. Building. И еще одну электростанцию. Больше станций для богостанций. Я думаю, мы успеем ее воткнуть куда-нибудь. Мне не нравится вот здесь, то, что очень мало обороны. Нужно что-нибудь сюда будет сейчас еще добавить. Здесь-то у нас все суперский. Так что, если что, станция будет где-то здесь расположена. Insufficient funds. Construction complete. Так. Training. New rally point established. Ну и парочка ПВОшников сюда отправится. Construction complete. Unit ready. Отлично. Оборона готова. Ну что ж, Юра. Мы готовы. Unit ready. Плохой лес. О, вот сюда можно воткнуть. Так что, ежели что, Юрчик, мы тебя в порошок сотрем. Мы попытаемся. Время еще есть, пару еще дотов поставим. Как бы вот такая вот мини-оборона. Конечно, если что, если сделать ударный кулак, скажем, из апокалов, данная оборона, она ничего не выдержит. I hope you're ready, Commander. Yuri's forces are inbound. Some of them might be sneaking up the Thames, so watch out. Да, Юрий может использовать Темзу. Это вот эта вот речь. Английскую, соответственно. Ну, поставим здесь. Заслонку можно и продырявить, в принципе. Так что имеем Building. Это в виду. Ну и здесь еще чем-нибудь воткнем. Можно еще, по идее, вот в это здание... О, пошли первые войска врага. Our base is under attack. Building. Супер. Мы справляемся. Building. Можно еще построить одну энергостанцию. Our base is under attack. Repairing. Repairing. Так, пошли пехотинцы. Отлично. Construction complete. Вас-то я и ждал. Our base is under attack. Construction complete. Сейчас мы вас каким-нибудь выжигателем мозгов оприходуем, будете знать. Repairing. Здание пока чинить не надо, все хорошо. Все хорошо ведь, да? Да. Пока что работает наш план. Building. По выпиливанию врага. Мы посмотрим, что будет дальше. Это пока просто пехота. Пока несерьезно, скажем так. Даже не приходится задействовать наши воздушные войска. Ну ничего. Я знаю, Юрий хитрый жоп. Ну вот, я же говорил. Our base is under attack. Repairing. Construction complete. Отправляя достаточно сложные машинки, но их можно уничтожать. Our base is under attack. Так, уничтожили, да? Справились. Молодцы, ребята. Рад я за вас. Даже чинить не пришлось. Пострадало только вот это здание. Можно, по идее, его немножко починить. У нас есть инженеры в запасе. Но я думаю, пока этого делать не стоит. Давайте еще воткнем патриот, дабы точно наверняка защита была крепка. And I thought the brute was bad. Yuri calls this thing a mastermind. It's basically a big brain on wheels that mind controls anything that gets near it. Don't get near it. Construction complete. Понял. Это очень опасный враг. Building. Our base is under attack. Действует по следующему принципу. Он пытается, получается, закомпостировать мозги определенному количеству противников, то есть нас. И когда у него происходит перегруз, он взрывается. То есть не перебарщивать, главное. Вот. Ну, нам же проще, что я скажу. Construction complete. Юры пошли. Юрчики. Хауки. Как вас много, ребята. Holy cow.
wonder we got some sort of UFO on the scope. Either it's an alien invasion or Yuri's been watching too much TV. Нормально, нормально. Our base is under attack. Да, Юрий присмотрел телевизор. Вот. Создает нереальные технологии. Но от этого, кстати, он и доставляет то, что мы видим. Что это непростые... О, ни хрена себе! Летные тарелочки. Так, куда он упал? Короче, на одно из зданий. Окей, но это не страшно. Главное, что мы правильно сделали, что начали строить защитные комплексы «Патриот». Сейчас тут вообще будет нельзя пройти. Так, эти мозги сейчас расплавятся. Запускай. Да, был и не стало. А он не последний. Даже не успевая их уничтожить. Круто. Мне нравится, когда враги, получается, даже их не нужно специально контролить для атаки. Они сами дохнут. Наша оборона работает за нас. Только знай себе, успевай, гаечным ключом махай. Немножко задели, но это, в принципе, не страшно. Самое главное, это вот здесь. О, они пробили оборону. Ничего, сейчас поставим забор. И все будет как надо. Да. Все целое, да? Да. Ну что ж, ставим еще один. Энергостанций. И ждем. Все, да? Отбили. Отлично. Мы отбили волну Юрия. Посмотрим, что нам скажут наши прекрасная начальники. Прекрасная работа, командующий. Спасибо. Соглашение было подписано. Так. Отлично. То есть соглашение достигнуто, советские войска нам помогать будут сейчас. Круто, круто. И совместными усилиями нам предлагают уничтожить базу Юрия. Супер-супер. Да. Это маленькая победа. Предлагаю построить спутник, дабы можно было наблюдать за врагом. Идем сюда. Дреды сюда. Вы сюда. Нам необходимо, безусловно, в любом случае построить спутник, дабы можно было пропалить территорию. Что я не знаю, где мы. Теперь ясно, где мы. Так. Золотом горишь, беда. Вы сюда. Я там вижу вышку. Так, Юрическая подводная станция. Здесь мы видим, что база врага находится, опять же, на берегу. Все, замечательно. Инженер, вперед. Кстати, что я хочу сказать. А нам бы, по идее, нанять десяток призма-танков, в принципе. Middle speed, да. Сейчас, короче, мы подведем наши союзные войска к вот этой вот нычке. Если там есть
бумеры, мы их отбумерим. В принципе, почему бы и нет? Ну, а потом, когда уже, я думаю, призма-танки будут готовы, мы нанесем контрольный удар. То есть, объединенными силами, так сказать. С воды будут бить наши дреды. Блин. Он очень быстрый, я не успеваю за ним. Лодки Юрия более скоростные, как мы видим. И это плохо. Но он может попытаться утопить наши дреды. Вот это ты зря, друг. Сейчас мы тебя уничтожим. Уничтожили, да? Супер. Плывем обратно. То, что здесь бегают Халки, нас это вообще не касается пока что. Они нам сделать-то ничего не смогут. Это мы будем их колупать. Так вот эти, получается, меня интересуют войска. Все остальные, в принципе, мне здесь нафиг не нужны. Ребятушки, убирайтесь нафиг. Не мешайтесь под ногами. Вот, а мы продолжаем пробираться в тыл врагам. Давай. Отлично. Так, у нас есть полнолычковая подводная лодка. Это круто. Кстати, я могу построить? К сожалению, нет. Я думал, что я смогу... А нет, сюда верфь могу, в принципе, поставить. Соответственно, мы можем, в принципе, не использовать советские подводные лодки. Поставить нашу судоверфь. Ну и неплохо устроить им нагоняй. Давай, торпедируй. Не страшно. Да, это место хорошее для того, чтобы рыбачить. Что ж, подводим сюда дредноуды. Здесь им больше уже ничего не будет страшно. Сейчас они спокойно проплывут. Эти большие величественные корабли с большими ракетами. И мы им покажем. Давай-ка отъезжайте сюда, ребята. 10 танков. Здесь у нас едут вот эти вот маленькие раздолбайские машины. Я не понял, почему этот побежал? Хороший вопрос. Ну да ладно, потеряли и ладно, не страшно. Вот. Я хочу пострелять с кораблей. Тем более есть пара целей, которые мы можем задеть. Так, даже больше вот это можно все задеть. В принципе. Но это не так уж и сильно страшно по урону. Так что это не очень-то решающий вопрос, использовать дредов вот здесь, с этой стороны. Да, нужно все-таки делать удар с суши. Соответственно, мы ударный кулак приготовили, как я и говорил, чтобы любую базу можно было вскрыть. Необходим просто достаточно большое количество ударных машин. В нашем случае, учитывая, что мы играем за союзников, нам Апакау не предоставили в использование. Соответственно, это призматанки. Дреды бьют наверняка. То есть два раза в одну точку.
какой-то степени это оправдано, потому что точно урон наносится. Есть, командир, есть, командир. Нормально. Здание немного помешало нам. Ну вот, уничтожили. Дотянешься? Как они красиво повернулись вместе. Красивые кораблики. Эх. Лучше бы все залпом стреляли, а не по очереди. А так их враги реально будут на подлете бить. Черт подери. Есть, командир, есть, командир. Все, хватит, хватит. Друзья, я понимаю, что вы круты. Давайте хотя бы вот туда ударим. Вот. И давайте отправим наш ударный отряд. Так, вы будете единицей. А вы будете двойкой. То есть двумя отрядами будем устраивать геноцид. Так, сенсоры настроены. Поедем там, где никто не бьет, в принципе. То есть по этому мостику. То есть почему-то мы видим, что хауки идут здесь. А мы поедем здесь. А это что такое? Понятно. Подлая тварь пошла насиловать наших работников. Мы не дадим ему этого делать. Хотя нет, он возвращается обратно, так что я передумал. Не хочу терять самолет. Ну, если бы вражина, получается, реально пошел бы туда, на территорию... Где мы добываем ресурсы, это вот вот здесь имеется в виду, я бы реально туда самолет заслал бы. Ну что, почему бы нет? Так. Отлично. Так проще бить. Так, починитель мозгов надо на... Обязательно его вынести. Давай, 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 давай! Отлично. Ну, конечно, я, наверное, неправильно делаю, уничтожая здание, но так проще видеть. Что здесь происходит? Unit promoted. Unit promoted. Unit promoted. Короче, хана Юрию. Миссию он продул. Unit promoted. Сейчас он распродажу сделает. И мы его просто вынесем. Все. Просто защита. И красивое уничтожение. Геноцид. Все? Нет, еще осталось пара человек. А, добытчики. Едут в последний бой. Сейчас мы им немножко поможем. Давай-ка мы тебя ударим. А, как бы мы ни гнались, наши призматанки ездят медленно, соответственно, они не успеют. Так, кому-то я нанес немножко урону, не тебе, вот этому созданию. Они идут сюда. Ну что ж, мы их ждем. Три танкиста, три веселых друга. Тра-та-та. Электрики. Вы сюда. Вот как раз вы уже нам потребуетесь.
Эй! Но электрики не успели дойти, и мы победили. Mission accomplished. Сколько потрачено времени? 29 минут. Почти уложился. Прямо тютелька в тютельку. Что ж, Юрий никогда не имел шанса. Мировые лидеры безопасности, и Юрий покинул Лондон. Отличная работа. Окей. Ну что ж, была такая миссия, в принципе. Чем-то она мне напомнила миссию в Старкрафте, который... второй Старкрафт. Нет, какой второй? Гоню. Просто Старкрафт. Когда необходимо было минут 30 где-то отражать атаку зергов. То есть на площадке перед тем, как... прилетят спасательные корабли, и мы оттуда свалим. Вот. Здесь пока все. Встретимся в следующей части. Спасибо за просмотр. Всего доброго.